Кто такой цыпленок? Кузи, знаешь? Знаю. Ты знаешь? Знаю. Их бояй! Мам, а ты в молодости была красивая? Ну, конечно. Вообще-то в школе я была первая красавица. И что с тобой стало? Кучи флип-флапс. Сколько ты заработал? Расскажи. Не секрет. Денег? Да. Не секрет, конечно, но я забыл. Ты почему плохо учишься? Потому. Почему? Не всем же хорошо учиться. Надо кому-то и плохо. Хорош. Математика не получается. Не получается. А ты решай задачи. Они не решаются. А кем же ты будешь, когда вырастешь? Буду прокурором или судьей. Кто тебе сказал? Мамка. Мама, почему у всех папы серьезные и строгие, а наш папа улыбается и каждый день веселый? Потому что другие папы надевают защитные каски на работе, а наш нет. Мама, папа что, зарплату получил? А ты откуда уже знаешь? Так он вон уже, около забора валяется. Сынок, что? Мне тут птичка напела, что ты куришь. Это правда? Мам, это ты, походу, что-то куришь, раз с птичками разговариваешь. Ты любишь с каким вкусом шампанское? Я все вкусы люблю. Какой вид, то и пью.